спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Всем доброго утра! Готовлю для моих родителей завтрак. Сейчас мы будем с ними завтракать. Тут картошечка у меня еще, вот. Яички сделаю. Вот такой у нас сегодня завтрак. Всем доброе утро! С душа на бал! Сегодня суббота, немножко расслабилась. Поспала, быстренько душ приняла, и родители уже проснулись. Будем сейчас завтракать. Они, знаете, пришли днем, но им так понравилось, уютно, тепло, и решили у нас остаться. Я их всех поцеловала с утра. В общем, сейчас будем завтракать. Вечером мы сидели, так и семечки луцкали, и орешки, и фрукты, и все. У меня золотая свекровь, она вообще не встает даже, никуда не заходит, ничего, только вот туалет и все. И на одном месте. Машка мне помогает. Машка у меня золотой, алтынный. Да. Он очень помогает мне, что мне одно не справится. Вот сейчас вот так яички порежу. Сделаю салатик из яичек. Картошечка фри. Ну и мне кажется, достаточно. Картошку фри мой муж очень любит покупать в пакетах готовую картошку. Она действительно так классно получается. Посмотрите, какая одна в одну. Супер. Так, сюда надо добавить мой салатик. Добавить петрушечку и чуть-чуть лука. Так, в общем, все это помешать. Сейчас луковицу, знаете, как совсем чуть-чуть. Теперь все посолить. Черный перец. Так, все вот так помешать. Сейчас мы завтракаем. Всем доброе утро, Геннадий Нова. Были я, были. О, мои хорошие. Вот такие у меня сладкие баба Дима. О, посмотрите, какая. Чтобы не ревновали его. Ашки стесняется. Мы уже позавтракали, потому что поэтому нечего показывать. Вот так сидим, тепло у нас, хорошо, чай пьем, веселимся. Мои хорошие, хочу поделиться с вами, посплетничать. Но так мне приятно сейчас стало от того, что я увидела. Наши родители скупались, немножко они болели, и я предложила помощь скупать анемчика, ну, естественно, не папу. И мне не проблема, я медсестра и вообще не брезгливый человек, а тем более ради любимых родителей готова на все, как говорится. И в общем, сейчас я захожу, я сама на кухне копошусь, маникюр делаю. Зашла туда, а они включили YouTube, отец, папа. И слушают с мамой так романтично. Вот сейчас я вам покажу их, какие они у меня сладкие. Сейчас открою дверь, посмотрите, музыка у них. И вот они. Такие сладкие в Ютубе. Папа включил, и они смотрят. Анемчик получил. Моя принцесса. И Ютуб смотрят. Видите, какие они у меня продвинутые. Вот так вот любят они друг друга, уважают. А мой Ашкым, как такой сыночек. Пошел за покупками. Чаек купил. Чаек, чай и ему. Какой-то новый чай. Посмотрите, друзья мои. Говорит, хороший. Ну, попью и покажу вам. Он, ну, это в Карфуре пошел и купил. И вот букаришаджак мы сэншинды. И вот с этим он смешивает. Получается очень такой ароматный чай. Так, еще что мой Ашкым купил. Салфетки купил, это надо как раз. Мне привез перчатки, потому что я только сделала маникюр. Кока-кола, фанта. А какая рыба? Ханги, балык? Бажгун. А? Бажгун.
Ашки, ну что, буду угощать своих Анненчика и Баба Джима. Сейчас заловку тоже пригласили. Это на Ророка у меня в уксусе. Вот такой вот мы сыр. И я в этом, значит, панирую. Не панирую, а вот обволакиваю эту рыбу. Кукурузная мука. Вот она такая в Турции продается, кто не знает. Очень вкусно. Но мне одна моя подписчица научила, что нужно все в пакет, целлофановый, соль. Перемешиваю. Я вот так делала, очень довольна. Спасибо ей за совет. Репортаж продолжаем. Пришла в гости заловка. Вот такой у нас красивый. Посмотрите, какая красивая у меня грюзель виним. А, какой я приготовила ужин. Баба Джими Савиорт, балыкчок. Суп у меня из угелин, чорба. Тузорда алсанашка. Вот так вот мы будем сейчас сидеть и кушать. Анемчик, сэнте калк, анемчик. Эвет, тузла. Хады, анемчик, хады. Хады. Приятного нам аппетита. Принцесса моя тоже садится. Покушали мы сейчас, мы сидим, чай пьем, друзья мои хорошие, вот моя семья. Видите, как они хотят сниматься. Нерее. Турки, хэп, дивне. Çay sohbeti. Bunların içinde teröristler varsa bu mücadeleyi verelim. Suriye'deki sıcak gelişmeleri Pakistan dönüşü uçakta değerlendirilmiş. Suriye'den kızıyor. Rusya ve Amerika'yı sınırlar diplomatik çabalar için dikkat çekici mesajlar verdi. Bunlar bize güven vermiyor. 3-4 gün öncesi Sayın Putin'le görüştük. Dünyada 3 tane adam var. Adamları serbestim. Всем доброе утро, и у нас третий день. Наши мама, папа в гостях, и такой завтрак я сделала. Гренки. Бюрек пожарила, яичницу на ней, они это не едят сосисками. Ну вот так вот мы. Маслица, маслинки, сыр. Доброе утро, гюнайден хэркэс, гюнайден, гюнайденашки. Приятного нам аппетита. Чуть-чуть покушала и пошла. Поэтому такая стройненькая, не то что я. Папа пошел в спальню, спит, а она здесь, она не может. Здесь тепло, кондиционер. Мои хорошие, сегодня я, значит, на ужин буду угощать Тантуни, своих родителей. Сделаю их из куриного филе и печенки. Я вот уже подготовила, мелко нарезала. Также я приготовила к Тантуни вот такой лук с петрушкой, сусак. Никак не могу научиться выговаривать эти пряности турецкие. И сделала такую капусту. Вы знаете, что помидоры ждут своей очереди, но попозже чуть-чуть, как только они подойдут. В общем, знаете, я думала раньше, что вот эту капусту делают из нашей капусты. Оказывается, надо брать сиреневую капусту, нарезать ее мелко на терке. Я пользуюсь теркой. И затем нужно влить белый уксус. В Турции есть. Сейчас я вам его покажу. Вот такой белый уксус. Я недавно его обнаружила, и то моя подруга Раечка, спасибо большое, научила меня. Его заливают в зелень, когда вот оно убивает микробы, паразиты разные. Представляете, две ложки буквально, ну так, на глаз все, вспрыснула.
И сразу на глазах оно поменяло цвет. А я-то думала раньше, делала эту соленую капусту красную. Смотрю, что они не кушают вообще никак. Оказывается, вот такой секрет я открываю в Турции каждый день. Вот, хотя 3,5 года я уже здесь живу. Ну так вот, они, значит, НДР пошел с мамой гулять, меня тоже приглашали, но я, как говорится, на кухне, сами знаете, хочу угодить родителям. Они скоро уходят. Я им говорю, оставайтесь, но им нужно к врачу идти завтра. А рандеву назначила встреча, то есть у врача 8 часов. И больница находится очень далеко, наверное, 1,5-2 часа надо ехать на автобусе от нас. У меня есть видео, кстати, самая большая больница в Мерсине. И в 6 часов ему надо вставать, а там оттуда им очень близко, так как это в одном районе. Ну так вот, буду, значит, делать тантуни сегодня. Тантуни вы можете посмотреть, рецепт у меня есть в плейлисте «Готовлю дома», или я оставлю ссылочку под видео. Ну, сейчас, чем я буду заниматься, все вроде бы приготовила, буду ждать, пока они придут с гулянки. А папа пошел в джами. Какая сегодня замечательная погода у нас в Мерсине, посмотрите. Наконец-то, может, потеплеет у нас. Смотрите, какая прелесть. Я сейчас приготовила кофе. Будем пить кофе по-турецки. Так подают в Турции кофе обязательно с водой. Почему кофе подают с водой? Потому что когда вот ты делаешь глоток кофе, и потом запиваешь водой, и потом вновь пьешь кофе, оно улучшает вкусовые качества кофе. Вы их больше ощущаете. Получите ты такой кайф, блаженство от кофе. Вот так вот всему научилась в Турции. Вот так я жарю для тантуни печенку. А здесь, мои хорошие, курочка. Ашкин, сенда бурадакой. Привет. Сейчас моя заловка покажет, как делается тантуни. Ну, куста хавцы зене у вас это. Насыл тантуни я пёрла. Sen ne içiyorsun? Fark etmez, koy. Вот сначала надо курицу. Кусочки. Elimin bir de tersinden aldım ben ama. Tuz atıyor bir yaştan sonra. Tuz attırsa tuz da çok gelmiş. Потом помидорчики и все. Кто как хочет. Лимончик выжать. Да. Ух, какая вкуснятина. Слюнки потекли, чок лезет. И вот тантуни готово. Вот сейчас я буду кушать. Teşekkür ederim canım benim. Моя красавица, какая она сегодня красивая. Обняла бы с удовольствием. Чай пьем, и они уходят уже. Родители в сборах, собираются уходить. Чай выпили, поцеловались и провожаем их. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bakın. Annem memnun oldum benden. Memnun oldum benden. Senden çok çok memnunum. Allah razı olsun. Hadi güle güle. Çok. Allah razı olsun. Hadi. До свидания. Хочу показать вам, что я умею делать и использую сейчас стабилизатор.
Посмотрите, вот такую прическу я сделала, а? Вот какую сделала мои заложки, видите, какие косы. Я очень много чего умею делать. Ой, Негюзель, как красиво. Надеюсь, вам тоже понравится, а? Не так ли? Моя заложка, видите, какая красавица. Как школьница. Качаешь на сына? Сколько вам лет? Кыркики. А, блин, душу думал, секис. Я 18 вам дала бы. Ашким. Ашким. А вот Ашким. А мой сын-то?